Амізон у сезон грипу. Захист для вашої родини. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Євросоюз ухвалив 10-й пакет санкцій проти Росії. І це все сталося до річниці її повномасштабного вторгнення в Україну. На сайті Євросоюзу з'явилися деталі 9-го пакету санкцій. Поширюються заборони на експорт критично важливих технологій, промислових товарів. Також йдеться про те, що додаткові обмеження на імпорт товарів, які приносять, за даними ЄС, значний дохід Росії, там йдеться про асфальт, синтетичний каучук. Ну, коротше кажучи, мені здається, що якщо ми будемо зараз це перераховувати, це буде не дуже вам цікаво. Більш докладно про це і не тільки про економіку Росії, скажімо так, поговоримо з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Ярослав Романчук, президент науково-дослідницького центру Мізеса, старший економіст Офісу простих рішень та результату. Пане Ярославе, добрий день, вітаю вас в ефірі. Гарного дня, слава Україні! Героям слава. Тож, от є цей 10-й пакет санкцій. Знову хочу нагадати нашій аудиторії нашу з вами звичайну рутину. Я вас запитую, чи можна придушити Росію економічно? Ви не ображайтесь, я просто це в якості жарту. Чи можна придушити Росію економічно? Ви кажете, ну це дуже важко, треба більше зброї. Але все-таки... Дивіться, от ми зараз можемо говорити про рік повномасштабної війни. На жаль, так, 24 лютого були такі роковини. Ми побачили декілька таких ознак, які можуть щось означати, а можуть нічого не означати. От я хочу вашу, звичайну, думку. Це йдеться про дефіцит бюджету Росії. Ми побачили, що станом на січень-лютий, там, значить, на січень, вибачте, на початок 2023-го, там був рекордний бюджетний дефіцит, і як пишуть також і російські економісти, що він рекордний принаймні з 98-го року. Більше того, от тут використовують статистику Мінфіну російського, оперативну статистику, і там йдеться про те, що, значить, він ще збільшується. Про що це говорить? Чи це справді початок якоїсь великої кризи в Росії, чи це, ну, не дуже важлива обставина? Два перших речі. Перше. В Росії статистика – це вже часть пропаганди, агітації, тому вірити їй не можна от так до процентів. Тому те, що Путін нарисував там 2,1-2,5% росту або падіння економіки в 2022 році, я цьому не вірю. Я думаю, що треба цей показатель увеличити як мінімум в два рази. Второе. Никто в сфере, серьезно занимающейся фискальной политикой, бюджетом, не делает выводы на основании января месяца по бюджету. Январь, декабрь месяц, особенно когда идет там режим госплана, перераспределение ресурсов, там может быть либо большой всплеск доходов, либо большой минус в расходах. Поэтому для того, чтобы делать сколь-нибудь значимые системные выводы, точное относительно того, где находится российская экономика, надо подождать, по крайней мере, первый квартал. Но если мы смотрим даже по косвенным параметрам, по росту промышленности, по динамике промышленности, ТЭКа, сельского хозяйства, автомобилестроения, металлургии и так далее, то мы видим, что к концу 2022 года, опять-таки это к вопросу о санкциях, как они работали, многие цепочки производства заработали гораздо лучше, чем это было в первой половине 2022 года, когда был первый шок. Вот когда, собственно, казалось, что мы там остановились, я вот специально вспомнил те прогнозы, которые делали консенсус прогнозы российские официальные структуры, которые там работают, и там у них, они сами говорили, будет падение 8-10%. Но вот именно потому, что они недооценили параметр возможности торговли очень дорогими нефтепродуктами. Второе, они недооценили возможность логистических и вообще потенциала вот того бизнеса, который в России есть. И понятное дело, когда мы говорим про санкции Европейского Союза, там Америки, это, ну, 20% стран, которые влияют на то, какие товары к ним поступают. Но они не могут повлиять ни на Турцию, ни на Китай, ни на Индию, ни на Казахстан, ни на Грузию, на десятки других стран, а также тех структур, которые регистрируются рядышком, через эти структуры прокладки идут эти самые вот товары, которые используются в том числе в вооружении России. И то, что Европейский Союз принял вот этот пакет, самый мощный, самый сильный. Помните, один политик сказал, что если Россия нападет на нас, то будут санкции из ада.
Вот так, мы уже так. Год ПКЛ не ждем. Санкции, пометаем, так. Угу. Вот это мы уже год ждем санкций из ада. Европейский Союз и Америка, надо признать, год назад не были готовы к реальному противостоянию против нацистской России. Сегодня они гораздо больше готовы, но все равно, напомню, первый пакет санкций 23 февраля, второй пакет санкций 25 февраля, третий пакет санкций 28 февраля. И это происходит в ситуации, и мы опять-таки сейчас смотрим на показатели годовые, когда в долларовом выражении, подчеркиваю, ВВП России вырос и превысил 2 триллиона долларов. Если бы эти санкции из ада, если бы эти самые сильные санкции были, то не было бы такого, знаете, вот мы ввели запрет на экспорт в Россию там, на 11 миллиардов евро. Это о чем? Это вы что, как-то будете следить за банками Китая, структурами Китая, будете вводить вторичные санкции? Как будет механизм имплементации? Нам не надо слова. Я для того, чтобы не повторял того, чтобы вы и так знаете, я говорю, что надо анализировать, насколько есть capacity, способности и возможности Европейского Союза выполнять свои санкции. Мы, знаете, вот 15 февраля начали обсуждать пакет санкций, и только через 10 дней он был принят. И знаете, какой самая интересная загвоздка была? И Венгрия там была против, я думаю, и Кипр, и другие страны, потому что надо было отслеживать, а где же находятся деньги рашистов. И вот эта, казалось бы, простая вещь вызвала десятидневные споры стран Европейского Союза. На наших глазах происходит то, что давно должно было быть. Единение или формирование внешней политики Европейского Союза. Раньше мы слышали только лозунги, что она якобы есть, но не внешней оборонной политики, не внешней, собственно, внешней политики Европейского Союза не было, и вот сегодня на наших глазах она формируется. Поэтому будем надеяться, что вот эти пакеты не будут такими частыми, но реально, если бы пакет был такой, что было бы эмбарго, полное, безоговорочное, тогда было бы хорошо. А когда советник Офиса Президента Михаил Подоляк говорит, что только 9% компаний, которые заявили, вышли из России. Вот это реалполитик. Это, к сожалению, мир, в котором есть декларации, а есть реальная жизнь. А реальная жизнь, как мы говорим, гораздо более неприятная для сознания, чем то, что они принимають на бумагі. Ну так, звичайно, вони там, деякі компанії, вони пояснюють це тим, що, скажімо, вони щось роблять таке в Росії, це якісь гуманітарні послуги, розумієте? Ну, якщо ви там продаєте, скажімо, якісь предмети гігієни, то, ну, що ж буде в Росії, якщо їх не стане? Добре, ви сказали про те, що ВВП збільшився. Ми ж розуміємо, що це сталося, ну, чи правильно розуміємо, ви поясните, що це сталося за рахунок саме того, якими були ціни на енергоносії, так, і на газ, і на нафту. Ми побачили ембарго, стелю цін на сиру нафту. От я побачив таку інформацію, не знаю, чи можна їй довіряти, про те, що грудневі доходи бюджету російського впали на 400 мільярдів рублів. Ну, тобто це в рублях. Тобто, я не знаю, наскільки це треба ділити, який в них там курс, 60, 50? На 70, так. На 70, так. Ну, от, чи ця стеля цін на щось повпливала? Чи ембарго, яке Росія сама на себе наклала, фактично припинивши постачання газу в Європу, який ефект це мало? Смотрите, вот мы рассуждаем с точки зрения стандартной рыночной экономики. Россия – это уже движется к госплану, к режиму тоталитарной государственной экономики а-ля Лукашенко. И Путин об этом сказал, его министры как-то подтверждают. Что это значит? Есть федеральный бюджет, есть местные бюджеты, есть банки, есть оборотный капитал предприятий, есть структуры, которые заработают в серой экономике, это оргпреступные структуры, которые имеют тоже бюджеты. И если взять там 40% ВВП в тени, то вы представляете, что это получается где-то, ну, под триллион долларов крутится. И понятное дело, что мафия и преступные группировки в России, они так или иначе согласовывают свои действия, работают рука об руку с Кремлем. Поэтому, когда мы говорим, делаем выводы только на основании одного фрагмента федеральный бюджет,
Мы забываем о всех тех источниках, которые может Путин использовать, там и рашисты, для того, чтобы накачивать деньгами ВПК, для того, чтобы финансировать там даже какие-то заработные платы, какие-то другие расходы, для того, чтобы организовывать, переформатировать цепочки. И вот заметьте, как, например, Лукашенко в данной ситуации тоже встраивается. Он едет в Китай, договаривается с китайцами, китайцы поставляют в Беларусь какие-то запчасти, у них есть прикрытие. Белджи, у них есть прикрытие, китайско-белорусский парк «Великий камень». И под прикрытием вот этих якобы промышленных проектов Китай совершенно спокойно может поставлять те необходимые компоненты для российского ВПК, чтобы делать танки, ракеты и так далее, и так далее. А я не представляю, чтобы Европейский Союз мог сделать аудит и инспекцию китайских предприятий в Беларуси, тем более проследить цепочки, по которым все это дальше идет в Россию. Поэтому мы имеем дело с тремя тоталитарно-авторитарными режимами, которые в противовес Западу начинают делать свой гешефт. Вот, Китай как бы стоит, вот 12 пунктов этих предложил, но на самом деле это ни о чем, да. А Россия и Беларусь, они как под одной крышей, один ВПК, одна мафия, одни агрессоры, делают свое дело. И плевать они хотели на вот эти параметры бюджета, на там социальную, на бедность, на все. Потому что, поймите, если еще Раша и Беларусь не использовали еще один очень мощнейший ресурс, приведение в нищету людей. Это инфляция. Инфляция в Беларуси там процентов, я думаю, 15 или 20 будет по факту. В России примерно так, но это не 50, это не 100. И когда не будет хватать деньги, не будет никакого там национализации, потому что так все национализировано. Просто Путин с генералами прикажут Центральному банку включить денежный печатный станок, получит этот кэш и будут вот именно так забирать ресурсы под себя. Поэтому еще вот опять-таки, что бы мы ни говорили про состояние экономики, оно ухудшается, экономика становится менее технологичной. Да, это все так, но когда рашисты и общественное мнение России, да, им плевать на то, что там 200 тысяч убили, 100, там 500 или миллион, вот когда вот даже это не имеет значения, то поверьте мне, там дефицит бюджета федерального, либо там инфляция, либо падение экспорта, это вообще на них не влияет никак. Слухайте, це цікаво те, що ви говорите, і я думаю, що це дуже є правдивим. Так, звичайно, що є ще варіант зубожіння росіян, але вони ж звикли до того, що в них постійно має бути зубожіння, постійно мають проблеми, затягнути паски, як то кажуть. Ви згадали про Китай, і зараз ми дуже активно говоримо про Китай і в контексті того, що ви сказали, так, про постачання різних деталей, скажімо, для того, щоб виробляти ті ж ракети, танки чи авіацію. І от ми спілкувалися з експертом з Китаю, він каже, слухайте, там можна подивитися просто по їхній митниці, там все дуже прозоро, ну не те, що дуже прозоро, але все можна побачити, там вони постачають в Росію авіоніку, а от за допомогою цієї авіоніки можна створювати багато чого, щоб вбивати українців. Так ось, так. І зараз ми говоримо про те, ну США про це попереджають, що Китай може розглядати варіант того, щоб постачати летальну зброю, так, в Росію. І відповіддю, ну, логічною мають стати санкції, знову ж таки, так, американські і, скоріш за все, європейські санкції. Як ви вважаєте, чи Китай буде боятися цих санкцій? Бо ми чули дві протилежних думки щодо цього. Китай і Путін рашистами, і Лукашенко – це тоталітарні режими, авторитарні, які пугаються тільки сили. Если Европейский Союз принимает 10-й пакет санкций, говорит, он самый мощный, самый широкий за всю историю. Если Америка обещает санкции за да и год его не принимает. Если мы должны там умолять, упрашивать, выпрашивать необходимое оружие для того, чтобы выгнать рашистов с нашей земли, то авторитарные лидеры говорят, ну, Запад мягкотелый, он инфантильный, он серьезно не думает, он просто пугает. Поэтому за словами должны быть дела. И когда, например, там, помните, война в Сирии была, другие конфликты были, когда Запад говорил, ну все, вот эта красная линия, если вы перейдете, начнется ответка. Ответка не прилетала. Китай действует так. Он расширяет постепенно
свои там механизмы у него есть, или взаимодействие с Россией, с Белоруссией. Белоруссия здесь, понятное дело, мостик к России, да, и ничего не происходит. Где отход или отток капитала из Европы, Америки, из Китая? Нету. Где какие-то серьезные ограничения? Нету. Есть какие-то там отдельные высказывания, не более того. И вот для меня вот выступление на отдельных людей на Мюнхенской конференции по безопасности, доклад, который там был опубликован, он немножко открыл окно оптимизма, потому что там написано, в конце концов, вот главная проблема, которая Запад сталкивается, и он наконец-то начинает просыпаться для того, чтобы это осознать, это то, что это мир авторитарный, мир антидемократичный, мир антизападный бросает вызов западному миру. А западный мир вел себя так, как будто это бизнес, это реал-политик, вот 20 лет потворство созданию рашистского там, нацистского режима, а в Китае же гораздо больше, сколько плюшек, сколько ударов пропустил Запад, когда Китай там и уйгуров делал, и промышленный шпионаж беспрецедентных размеров, и торговые санкции, и пугал там и все Google, Apple и все прочее. Ему все с рук сходило. Поэтому до тех пор, покуда не будет адекватной ценностной политики Европейского Союза и Америки по отношению с Китаем, Китай будет заигрывать с Рашей, Китай будет авионику поставлять. Если вот нельзя будет поставлять это по бумагам, понимаете, авторитарные режимы это те, которые вот ты поставляешь оружие, а на бумагам написано там солома или фанера. Вот это мы в Беларуси это приходило, Россия это проходила. Поэтому я думаю, авторитарный и тоталитарный Китай то же самое пойдет на это. И европейцы, и американцы, которые верят бумаге и печати, что там поставлено, типа вот таможня, там же написано фанера и мебель, а не какие-нибудь установки для ракет или для танков. Они будут, ну да, Китай вот он такой белый пушистый. По определению нельзя верить тоталитарным авторитарным режимам, потому что они ведут борьбу, войну с нами ложью і фейками. Ну, от знаєте, говорячи з спеціалістами з Китаю, так, то і спеціалістами по Китаю, то чули таку думку, що ну, от зараз, коли ми побачили те, що лідера Китаю Сі Цзіньпіна безпрецедентно переобрали на третій строк, що в нього там є свій такий великий програмний документ, що має відбуватися. Багато хто говорить про те, що, звичайно, є залежність зараз Китаю від Європи, скажімо, від європейського ринку, але й Європи від Китаю. Тож Китай хотів би позбутися цієї залежності, що саме те, про що ви кажете, він є тоталітарною державою, тож намагається переорієнтуватися на свій внутрішній ринок. Про інше спитаю. Ми бачимо, що от сформувалася така дуже дивна, ну, неприємна, звичайно, але ну, раптово сформувалася така вісь зла. І ми можемо говорити, що туди входять Росія, Білорусь, Іран, Китай, плюс ще й Угорщина, країна НАТО і країна Європейського Союзу. Як ви гадаєте, от якщо подивитися на цю вісь зла, і ви вже згадали, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко так летить до Пекіна, чи може ця вісь зла бути, як це сказати, автономною? Чи можуть вони забезпечувати одне одного для того, щоб жити довго та щасливо? Ну і, звичайно, вбивати всіх, кого вони хочуть, або українців в Україні, або тайванців на Тайвані? Знаете, вот если взять долгосрочную перспективу, то, понятное дело, авторитаризм, тоталитаризм обречен, он не может делать эффективные технологии, он не может конкурировать с западными там, рыночными компаниями, но это долгосрочная перспектива. Советский Союз тоталитарный, который плевать хотел на жизни людей, он существовал там почти 80 лет, да? И вот та же модель отношений, когда ты используешь все ресурсы, которые есть для того, чтобы укреплять свои инструменты силы, насилия. А тут еще мы имеем информационную войну, которая используется для того, чтобы людей ввести в заблуждение. И вот даже последние там, 20 лет до начала этой горячей стадии войны, Китай это очень замаскированно искусно делал. Вот. И в отличие, Россия уже начала уже потом это просто наглеть, да? А Китай продолжает эту ситуацию. Когда фейки, когда значит, вхождение в информационные аналитические центры Европы,
Европы и Америки, это мы видим. Да? И поэтому сегодня, когда вот недавно был интересный доклад Economist Intelligence Unit, опубликовал, сколько людей поддерживает нашу как бы правду, да? А сколько людей во всем мире поддерживают или склонны поддерживать Россию или нейтральны. 65% всего мирового населения, подчеркиваю, 65% Индия, Китай, Африка, Азия и Латинская Америка, они не на нашей стороне. То есть они либо нейтральны, либо склонны поддерживать расистов. Вот это все. Поэтому вот когда вот мы вчера слушали президента Зеленского в отношении необходимости работать активно в Латинской Америке, в Бразилии, Аргентина, и Китай. Это очень важно, потому что правда нужна. И когда мы говорим, вот вы говорили о зла Венгрии, но венгры, да, в отношении вот поддержки Украины, буквально там 23 февраля был свежий евробарометр сделан, венгерское население в большинстве своем, 55-60%, поддерживает украинцев. То есть это не ось зла, это серая зона, которая может быть осью зла. Но нам критически важно работать с венграми, с лидерами общественных мнений, с политическими другими структурами для того, чтобы сказать им, что Венгрия, вы не играйте, будьте на правильной стороне истории, на стороне добра, потому что стратегически вы проиграете, и тогда ваши издержки будут гораздо больше, чем те копейки, которые вы получаете из-за там, торговли и сотрудничества с Китаем, Белоруссией или Россией. Поэтому сейчас вот эта борьба, она вступает в какую-то решающую фазу. Я уверен, что вот когда там Запад проснулся, Европейский Союз, НАТО просыпается. Вот. Америка тоже вот стряхнула с себя вот это такое и туда, и сюда. Поэтому у нас коалиция 50+, да, которая, я думаю, будет в 2023 году гораздо более активно работать на самом главном фронте. И мы с вами его знаем. Это фронт, который и обеспечит нашу победу. Чем больше будет побед, а эти победы нужно говорить об этом и во все возможные языках на всех площадках, тем меньше будет возможностью тоталитарных режимов выстраивать какие-то оси и делать схематоз. Пане Ярославе, дуже дякую вам за вашу аналітику. Ярослав Романчук, президент науково-дослідницького центру Мізеса, старший економіст Офісу простих рішень та результату, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.